Вы знаете, многие даже и не знают, кто такой Войков. Вот. И я уже забыл, что он был негодяем. Но Войковская, Войковская, 100 лет она была. Ну пусть останется, ничего страшного в этом не вижу. Но у нас кругом там площадь Ильича, улица там Ленина. Ну и пусть остается. Ничего страшного в этом нет. Потому что если возвращаться к старым названиям, тоже не совсем понятно, почему они звучат. Ну, мы стали уже наследниками того, что имеем. Ну, надо беречь то, что есть. Мне так кажется.